То, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль в образовании, это урок, который мы сегодня однозначно усвоили. Нам надо обратить внимание на правовое воспитание молодых людей. Они должны знать закон, учить их анализировать, видеть, что скрыто за популистскими лозунгами, собирать факты, сравнивать, делать соответствующие выводы. Это второе. И третье. Наши дети должны расти патриотами нашей страны.